В ночь на 10 августа в Красноармейске произошел крупный пожар, который охватил жилой трехэтажный дом по улице Пионерской, 10/11, построенный еще в 1937 году. Вызов на 112 поступил в 3 часа 8 минут. Экстренные службы отреагировали оперативно. Мы все это самое вышли, в общем, вызвали пожарную бригаду, они приехали, начали тушить. Все было очень сильное пламя, в общем, возгорание было очень большое. Деревянное перекрытие, да, все обрушилось. Из дома эвакуировали 78 человек, включая 13 детей. К половине пятого утра пожару присвоили второй ранг опасности, а общая площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Сначала разгорелся первый этаж, потом второй, третий. Когда я увидел то, что пошел дым и огонь на чердак, я уже понял, что надо вещи выносить. Успел вынести технику, телевизор, все, что документы. Открытое горение локализовали к 6 утра. К тушению привлекли 45 человек и 14 единиц техники. Для жителей подготовили пункт временного размещения. Нами был создан оперативный штаб. Оперативный штаб незамедлительно приступил к своей работе. Людям, которые пострадали от данного несчастного случая, было предложено разместиться в ДК имени Ленина, который находится в шаговой доступности от этого многоквартирного дома. Всем, кто пострадал от этого несчастного случая, оказана необходимая помощь. И впредь мы также будем оказывать всю необходимую помощь. В этом многоквартирном доме 24 квартиры. Из них 3 муниципальные, остальное жилье находится в частной собственности. Официально в доме зарегистрированы 82 человека. Анна Пыльцина, Фарид Галиев, Мария Барсукова. Новости Большого округа.